мы пришли на рынок. Сейчас покажем, какие тут цены. Этот рынок находится в Анталии. До этого мы были в рынке в Алании. Но лучше мы пришли с утра, лучше, конечно, ходить вечером. Это шампиньоны 12 лир. Сейчас лира стоит 5,5 рублей. Помидорчики. Костя, пойдем туда? Там машина. Они еще только раскладываются, еще вон прилавки пустые. Красивые. Цены. Цены пока нет. Нам надо сегодня взять мандарин. Возьмем, хорошо. Давай, ну давай сейчас. Нет, пойдем, надо походить по рынку. Сразу не надо брать. Помидоры 10 лир, эти 8. Но вообще, можно, конечно, и за лир взять. А сколько стоит клубника? How much? 20. 20? 20, да, Лер? Мы, наверное, сейчас возьмем клубнику, потому что клубника потрясающая. Она прямо очень хорошая. Сейчас он скажет нам. Окей. Килограмм? Можно нам килограмм? Клубника просто потрясающая, очень вкусная. Она как на подбор прям. Лилия уже хочет клубнику есть. Там взяли клубнику. Так, сейчас мы пойдем дальше. На самом деле 20 лир за клубнику — это очень хорошая цена. Мы брали первый раз вот тоже тут только этой клубники. Но она потрясающая, очень вкусная, ароматная. Вот такая вот клубника. Да. Очень вкусная. Нам еще надо мандарин. Мандарин взять. Тут вот и сыры продают, оливки всякие разные, но мы их не берем. А давай я. Так, а мандарины? How much? Мандарин 5 лир. 5 лир. 5 лир, но в принципе хорошая цена. Надо просто попробовать. Можно на 2, да? Попробуем мандарины. Спасибо. Лимана где-то уронишь, он здесь, а? Лимана где-то уронишь. Шишала. Ого. Вот это клубника. Кисловатые у него были мандарины, не стали брать. Тут лучше, конечно, все пробовать. Они и дают... О, бананы по 6 лир. Вот это хорошая цена. Мы, наверное, возьмем бананчики. А, 50 такой приписал, как будто бы 50. Нам какую-то маленькую связочку. Маленькие какие-нибудь. Так, или может вот эти. О, вот вот столько. А вот и мандарины за 2. Окей. Ты держи ее, хорошо? Бананы, конечно, тоже хорошие. Лиру вам.
Подошли к вот такому натуральному меду. Костя попросил мед в сотах. Сейчас вот покупаем такую штучку на ванну. Интересно, сколько стоит, сколько он нам скажет. Он лира. 10 лир. 60 рублей получается. Окей, спасибо. Спасибо. Мы будем пробовать. Какой мед мы еще, конечно, тут не ели. Сейчас попробуем. Вкусный, невкусный. Сейчас? Ну, попробуем, я имею в виду дома, конечно. Тут. Давай сейчас. Не, ну здесь руки все замораешь. Нам очень нравится ходить по этим рынкам. Тут все такое красивое, все свежее. Мы пробовали капусту делать, брокколи. Очень было вкусно. Так вот. Опять продают клубнику. Только непонятно, сколько. Раньше-то. 40 лир. Что-то вообще в Англии, конечно, дорого. Мы брали. Вот эта редиска, она крупная и очень сочная. Полюбили тут редиску. Вся зелень вообще свежая, вкусная, все вкусное прям. Морковка тоже. Да, морковка. Ты морковку хочешь? Идем дальше. Ну, ой, извиняюсь. Мандарины мы ищем. О, вот, нашли, вроде бы нормальные. Сейчас будем брать мандарины. В общем, этот рынок работает два раза в неделю, в воскресенье и в среду, а в остальные дни здесь парковка. Мы пришли, думали, обрадовались. О, вон брокколи за 5 лир. А вот это хорошенькие помидоры. Давай за 6 возьмем. Лир можно брать? Давай возьмем. How much? Ой, я... Кто сказал? А можно пакетик? Отличные помидоры, 6 лир. Сейчас будем брать. О, вот брокколи за 5 лир, а капуста тоже за 5 лир. Мы брали за 2 лира под конец рынка. Когда подходишь, можно вот взять за 2 лиры. Мы, наверное, за брокколи и капусту. О, 6 лир тоже. Это тоже 5 лир, так, видимо, они и стоят 5 лир. Хорошая цена. Так, а нам надо лить? Вот, нам надо мандарин. А я помню, что наверное, это вкусные мандарины. Можно попробовать, да? Сейчас мы попробуем. А сколько стоит? How much? 5. Идем дальше снимать. Здесь такая очень красивая картошка. Так на подбор прям. Да и лук красивый. Только непонятно еще, сколько он стоит. За такими вещами лучше ходить в конец рынка. Тогда... Это, по-моему, этот корень сельдерея. Так, а нам надо еще купить. How much? Сколько? 10? Да. Нашли цветы, цветы тыквы или кабачка, непонятно. А, ну хотя на кабачки продаем, может быть это и... А вот тут уже по 30 продают, а нам мы купили по 20.
пришли на вечерний базар, а тут морковка за 1 лиру килограмм. А вот и это редиска за 1 лиру килограмм. Сейчас, в общем, пойдем по вечернему базару. Перец за 3,5 лиры. Кабачки за 2,5 лиры. Так, узнаем сейчас брокколи за сколько. Линчика, положи зайка. Лия. А, сколько брокколи? How much? How much? Fish. Сколько? На рынке нашли земляную грушу. Хотели показать, что она тут тоже есть. Вот 7 лир килограмм стоит земляной груши. Это домашние лисы.